Да. Мальчик мой, приеду, тебя поцелую в носик. Опа, поехали в лагерь. Скажи что-нибудь, мам. Видосы. Счастливой нам поездки. Ой, как мы гоним. Я боюсь. Куратор сказала, что офигеть, как много вещей. Она сказала, ух ты. Влог снимал. Блять. Вот это мой огромный, смотрите. Это я занимаю полки две, блядь. А тут Лёв, покажи, как ты сейчас жуешь это. Любовь Соловьёва Михайловна. Все, что вам нужно знать о ней, во-первых, ее любимый цвет блядск розовый. Во-вторых, она самая лучшая на дискотеках в березках. И в-третьих, она разговаривает с девочками. Начинается наш влог. Я уже заебалась. Жизнь, я хочу разобрать все вещи. Разберите. Это не я, блядь. Я, блядь, взяла три чемодана. Взяла две огромные сумки и чемодан. Сейчас, тихо. Я кто об этом знает? Кто из вас? Давайте. Любишь дискотеки, я не буду тебя спасать. Это мой чемодан! Ура! Разнос купил или нет? Погнали, бал, бал. Короче, мы не доедаем, блядь, мы голодные. Мы голодные. Ребят, это, блядь, рис с рисом. Короче, мы написали пожелания на листках, и сейчас я их поцелую на этот. Молодец. А можно я другой листок? Я этот запорол. Давай, погнали. Давай, еще три. Раз, два, три. И знаешь, где Барбошина? Короче, как на Любу птица насрала. Мы сидим в Макдаке. Ей въебало, прилетает кусок какашки. Чтоб вас было видно. 5:50, блядь. Вы чё, в душу здесь? Въебало? Блядь, вы прикиньте, я вам сейчас такое расскажу. Я просто, я так, блядь, зла. Я так зла. Уснула рано.
и спала сладко-сладко. Я просидел бы до утра у твоей кроватки и любовался тобой, как любовался Эдвард своей любимой Беллой. Короче, блядь, мы... Почему мы стали активистками? Опа. Давай, введи. Ты что творишь? Почему мы стали активистками отряда? Правда, я не понимаю. Мы в том году пинали... Ой, ничего не делали. Посмотрите на Любу. Она сейчас будет сегодня. Она будет ставить Таня. О, Женька. Евгения Грачева, ну или просто мама третьей комнаты. Она может успокоить, накормить. Один раз она даже погладила мне штанишки, потому что я не успевала. Ну, как мама, в общем, да? Хорош. Вот это мы будем танцевать. Просто покажу, что нам поставил куратор наш. Давайте танцуем этим. Давай, еще раз. Ведь она не беда, не приходит одна. Хорошо, надо делать. Здесь кайфуется этот вариант. Короче, мы все черные, мы вот сейчас выступать. У меня кресты в ушах. Такой кринжовый танец, не мы придумали, слава богу. Здесь все. Все, блядь, сидели в черные. Опа. Так, оценим булки. Подняв бы. Позор, ребят, шестой экипаж, блядь, это мы. Да. Нам сказали, что... Страшно мне. Бегу. Бам-бам, просто пули, ботинок летит. Бля, ребят. Тихо. Мы потопали. Пока. У нас, по-моему, четвертое место по-любому. Yes. Шестой. Мой шестой. Как вы думаете, мой? Первый экипаж. Первый экипаж. Молодцы. Занимает экипаж по номеру 6. Дарья Яшина. Эту девочку из третьей комнаты мы будем бить палками, потому что она красится больше часа. Ну, что вы понимали, так, на минутку. Больше всех жалуются на столовки, но съедает все. Даша вроде не татарка, но Алтын знает наизусть. Мы собираемся на дискотеку. Там уже во всю песню играли. Гляньте на мой макияж. Все мобилы недоступны для дебилов, потому что я влюбилась в тебя. Тупого наглеца, чего же? Я модная, я грязная.
Василиса, Василиса, эй, дорог, готова! Моя хата готова! Смотри, какие попа, песня, какие попа. Да, очень приятно, что ты мальчик со мной рядом. Не расслабься, Зайка, я люблю его брата. Папица, скрёты, ты лезешь в мой карман. Папица, скрёты, я больше не твоя. Папица, скрёты, ты веришь в мой ман. Мой ман, ты я больше не твоя. Вероника. Если бы харизма была бы человеком, то это была бы явно она. Она выиграла конкурс, кто больше всех засунет зефирок в рот и засунула 34 штуки. Господи, ну мне кажется, надо брать уже в Голливуд серьезно. С ее харизмой это просто человек-легенда. Фотосессию, мы выглядим, наверное, крайне плохо, кстати, а вы, блядь, не надо, может быть, не надо было краситься с утра так рано, типа, ну, не знаю, чтобы на фотосессии выглядеть более-менее нормально. Ну, мы потом поправим просто все, и все. По поводу, мы прям херачим там себе. Ну, покешься. Так. Папа. Женя, читай нам гороскоп. Гороскоп? Срать, тебе нужно вот здесь... Печку в руки и нормально ответить. Это рыба. А, понятно. Лучшее сочетание козерог, настроение хорошее, цвет синий, счастливое число 54, счастливое время суток, час ночи. Так, читай себе. Скорпион. Вам не нужен никто сегодня, потому что вам просто необходимо разобраться с самим собой. Короче, мы на зарядке. Рюбашка. Сегодня с Natural Beauty, с Любой, потому что сегодня фотосессии, мы решили, ну, типа, покрасить. Макияж снесет, мы решили, да, покрасить. Вот. Короче, мы стали впервые, что нас сфоткали. Всем пока. А первый отряд сосет. Знаете почему? Потому что они опаздывают всегда, блядь. О, куратор Финн. Ну что же, все, проходите на свои места, ребятки. Ну все, погнали, мы домой. И теперь давайте перейдем, познакомим вас, точнее, с нашей традицией. Вот, мы все... Микробы собираются! Маленький мальчик! Нет, мой. У нас сейчас фотосессия, мы такие все красивые накрашенные. Я надела марафет на лице за 5 минут. А мы не к деду. Мы сегодня не фоткаемся около дедов. Все года, сколько я уже 7-й раз в березках, 8-й, всегда около дедов фоткаем. Ура! Я люблю деда, потому что этим потрем нос. Очень весь, только...
Люб, я неудачу тебе потерла носик, чтобы ты сдала ЕГЭ в следующем году. Спасибо большое. Их фоткают. Нас тоже сфоткали. Вон Сережка. Плохо получилось на фотке. Долова. Евдокимов. Долова. А у Грачева спит? Ладно, давай. Потом не отмоется. Так нет, прям. Нет! После этого я не видела с этим. Кис мяу. Изобразить известный какой-нибудь памятник. Какой вы знаете вместе? Опа. Да. Ребятки, нам так жарко пить. Мы спотелись уже быстро. Кудрявый стоит, машет мне. Что такое еще? Не буду тебя снимать. Ты должна сказать ему, какой он молодец, 10 раз разными интонациями. Типа, ты молодец? Да. Ну да. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Ну, это сарказм. Ты молодец! Ты молодец! Нари на него. А сколько уже раз прошло? Не готов? Ты не знаешь эту песню? Ребят, там Финн разговаривал с Круэллой, но, блядь, к сожалению, вон Финн и Круэлла. Он у нас? Они... Нет, это куратор Люпес. Не меняла. У нас вот ряде. Финн. Ура! Курица. Суп с куриной. Налейте. Суп с куриной, ребят. Мы кайфуем. Как Любашечка. Короче, полдник. Так, читай меню. Девочки, слушаем полдник. Вот мой харчевник. Печенье из творога, соус из фруктов или ягод. Яблоко. А ужин, салат из бала накрытый. Даже. Нам привезли очень много еды и 5 литров компота. Мы прям кайфанули смачно. Выпили все, все съели. Сейчас уберем все в чемоданы и пойдем гулять. Наши мамы привезли покушать. Папа, конечно. Мы ждем ЦБшника. В общем, лицо сложно. А кто играет? Я играю. Я играю. Ты вот играешь? Не знаю, мы идем сейчас. Как девочки называют ее девственницу. То есть я? Сейчас, ребята, потише, я отойду с мамой, поговорю, а ты мне звонила. Короче, у нас есть ровно 10 минут, чтобы погулять. Мы пошли просто через сланцах. Нам так кто-то есть. Реально, кто-то разговаривает. Блядь, мне страшно тебе. Потихо, я подойду к лесу, блядь. Сейчас. Это, блядь, будет топ для блядь. Влога. Да иди, а мама в прошлом году была то же самое. А прикиньте, меня кто-то схватил, блядь, за руку. Я просто... Спасибо! Пошли, все, я реально найду. Бабайка! Бабайка! Да ладно, вы что ссыте? Там никого нет, там просто лес, блядь. Ну и голова чья-то торчит, правда. Чё они подписали, блядь? Просто пули, блядь, погнали. Нажала. Рождения! С днем рождения! С днем рождения! Она была тянкой. Снимай. Викуля, та самая эстетик герл с Pinterest. Сначала сразу ЦБшников, но потом нашла с ними общий язык. Трехцветная кошечка. Так ей сказала учительница в школе. Вика, с днем рождения. Спасибо, что здесь пепел на меня попал. Просто... Давай. Наш влог продолжается. Как мы приняли участие в этом вопросе? Как мы вообще третий день что-то делаем? Да, мы что-то делаем третий день. Каждый день в чем-то участвуем, это ненормально. Короче, это мы сегодня чирлидеры. Для нас мы рассматриваем образы каждый.
можно лезть под юбку. Давай, это будет цензура. Будет искать. Монетизацию отменяем. Оп-оп-оп-оп. О, малейший ветер, меня... моя юбка может подняться. Мне тоже. А у тебя она еще, типа, она у тебя... Мне, наверное, легче, чем у тебя. Тебе надо, знаешь, на что было снимать? На 05. Промашина. Короче, мы все такие красные, потные, вонючие. Мы просто... Шестой лучше, короче. Шестой теперь потный, мокрый, вонючий. Да. Просто гляньте на наши мейкапы. Давай. Они все потекли просто. Нет, я пойду попью из озера. Короче, мы дошли до этого священного места. Давайте я выпью водицы. А, из озера попила. Гуд. Пили с фонтана довольные. Владислав Поверенов. Мы со змеей. Ставьте лайк, укусит меня или нет. Напугаю. Оу, но это что, Maybe Baby снова? Оу, е. Они были Maybe Baby. Второй год подряд. Девки, телефон вот так уносим. Окей. Лиза, просто меня, я боюсь. Я сам первый покажу, я боюсь. Давайте станем по очереди. Да, давай страшно. Алло, да хватит. Уехала из лагеря. Она опозорилась, выступила и уехала. Вероника! 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 Бесал поддерживает Веронику! 34 у нее в одном арзаку. Все происходит, блядь! Все девочки из третьей комнаты стоят, обнимаются, и Люба схватила под шкирку какого-то пиздюка. Да, ребятки, вам бы еще поучиться у таких профессионалов, как мы. Со мной кайфовай, ой, со мной кайфовай, ой, со мной кайфовай, подружка, бери, со мной кайфовай. Соня Зосимова. А вы знали, что у нее нос накладной? Интересный факт. Соня Зосимова разносит толкан в щепки каждую ночь на пару с Лизой Симашко. Хочу вам сказать, что все уже знают, что она король Джулин. Просто поймите это и признайтесь. Ты меня вынуждаешь. Сейчас будет Мосика. Лечу. Запили меня, просто погнали. Так. Вера. Вика.
Значит, раз пошел. Второй пошел. Третий пошел. Нет, нет. Мы так. Ребята, ты меня крошишь. На алкаша на кого-то похож. Да не, нормально. Вот такой вот у нас крош. Ёжик. Смотрите сейчас. Мои дети. Хулиганки, вы что делаете? Победить их в неравном бою. Блять, все отряды танцуют по несколько человек, и только один человек от шестого. Угадайте, кто это, блять, был. Сегодня у меня день рождения. Это будет такой переход, к тому же в столовую. Пес. Ребят, я Шакира. Хотела я быть ей? Нет. Я просто предложила быть Шакирой на шоу в точь-в-точь. Ладно, мне крутит кудри. Гудбай. Сколько я похожа на Шакиру по 10 баллов? 10. Поддержите нам руку, березки и галатика! Ребят, я Шакира. Мне не нравится. Вот Вероника. Валерина. Вас остальные сейчас. А Шакира так будет поддерживать или нет?
экипаж на сцене. Короче, я выступила. У первого отряда была тоже Шакира. Охуеть. Просто, я не знаю, у меня нет слов. Екатерина. Здравствуйте, диагноз Скорпион, Дева Ария, Кот, Огненный Змей, Камень, Кора. От Огненной Змеи Скорпион остается хорошей интуицией и уверенность в себе, что позволяет ему избежать предательства. Если же человека предадут, то им очень тяжело простить его. Вы понимаете, на протяжении уже третьей ночи ко мне является непонятный силуэт. Он меня преследует повсюду. Я не понимаю, что делать. Я вроде адекватная, с головой проблем никаких не имею. Но не могу понять, видение вообще настоящее или нет. Он настоящий. Иногда мы видим то, что кажется нереальным. Не бойся этого. Я тебе помогу. Дай свою руку. Возьми это кольцо. На себе два дня и три ночи. И ни за что его не снимай. Иначе мне только хуже. Спасибо, я все сделаю. Спустя два дня подходит срок окончания ритуала. Но вечером того же дня произошло непредвиденное. Какая прекрасная погода. Такая же прекрасная, как и ты. Да. Я хотел у тебя задать один вопрос. Ты выйдешь за меня? Да! А что это? Это безделушка. Сейчас мы посмотрим, кто выиграл. Здравствуйте. Танечка Железнова.
снов. И на самом деле, начать хотелось тебе с очень хорошего товарища Бурана. А для кого наши любезные организаторы пишут письма? На любую кафешку, где по критериям все указано, что и как должно быть. И в критериях была указана одна важная деталь. Номер должен состоять от 1,5 минуты до 5 минут. И своей невнимательностью вы получаете 4-е место. Потому что письмо, а ваши куратор должны дать ваш команду. Значит, как критерии письма оцениваются в первую очередь. И, к сожалению, мы смогли оценить ваш только первый номер, и, к сожалению, вы занимаете 4-е место именно поэтому. Поаплодируйте, 4-е место тоже место. Причем, что же... Это, блядь, Ваня Котрев просто злится, он сейчас лопнет. Это правда, если бы вы уложились 5 минут, оставили бы крыло, у вас 100% было первое место. Но смотрите, там критерии, которые были должны были соблюдать. Ну что ж, а теперь перейдем к тройке лидеров наших, более интересному. Давайте сделаем себе Роман Андрюк, давайте начнем со второго места, давайте начнем. Второе место в КПшке «Планета клонов» занимает агентство под номером с отрывом в 1 балл от первого места 6. Мы заняли 2-е место. Да, в итоге мы заняли 2-е место, первый отряд занял 4-е, вот, только потому что они превысили вот количество минут. И получается... было очень много... Жалуются Никите. Я не жалуюсь, я рассказываю ситуацию. Что, мы пойдем, нет? Я бы не пошла, на самом деле, мне холодно. Чисто... Вот эти вот подвязанные это очень справедливо. Да. Ну, главное... Извини, что выгляжу так плохо. Возьму этот подвязал. Я считаю, я... что они служили. Ну, у нас гадалка была обалденная. Девочки, такие молодцы. Мне очень понравилось. Сонь. А, это козел. Короче, Люба уезжает. Это очень-очень грустно. Сегодня 21 число. Пошла половина смены, а Люба уезжает. 20-е? Да, 21-е, по-моему. Ну, короче, это не важно. Люба уезжает, очень грустно, очень. Завтра Женя. Я в пол... Всю ночь, короче, 2 дня. Я король Джулиан. Короче, Люба было очень плохо, у нее там что-то еще температура была. В общем, ладно. Я очень рада, что Люба сейчас наконец выздоровеет, поедет домой, полечится. Но все равно мы будем с ней видеться, господи, мы с ней не дружим 10 лет. Я, да, в принципе, я не так не плачу. Я вот буду плакать, когда Женя увидит, тоже Женя. Женя, это пиздец, моя мама. Будем гулять. Конечно, будем. Я вообще хочу на квест сходить всем вместе. Любошку! Не болей. Ну, увидимся. Ладно. Наверное. Ну, ладно. Ну, увидимся. Ну, ладно. Я написала с возможностью возврата. Дорогие гости, жопой не лоусти. Чай дохлебываем. Чай дохлебываем и уебываем. Никого не смутили эти брови дурацкие, а это мушка, да? Мы в Грузии. Да, Эльдарчик? Они говорят, салам алейкум. Нет. Сейчас я в интернете вернусь. Батон, дорогой. Батон. Батон. Манун. Оу, 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 оу. А как они принесли? Сейчас я похожу. Да. Да, да. Эльдарчик, ты у нас. Да. С двумя бровями. Да. С тремя. Одни свои натуральные. Я не про эти, а про эти. We'll be right back.
выйти все. Сейчас Женя Чан будет зачитывать вам. Дорогие гости, наш прекрасный жених нашел свою невесту. Давайте поздравим их! У нас в Грузии есть прекрасная традиция поздравлять дорогих молодых и читать им тосты. Поэтому сейчас Женя Чан зачитает вам тост. В горах есть прекрасный способ сохранить возраст. Те дни, которые проводятся с гостями, в счет не берутся. Предлагаю тост за вас, дорогие гости, за вашу душевную щедрость. Ибо вы сегодня, сами того не зная, продлили нам жизнь. Выпьем за это великолепие. А вам, чтобы получить незабываемое впечатление, нужно пройти направо и пройти прекрасные квесты. Ну, коридор родненький. А можно, Эльдар? А где невеста? Как самый настоящий грузин на праздник. Дай на Грузии, детки, извращенец просто. Животом крутите, животом крутите. Давайте. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Да нет, стой. Не очень нравится название. Тетя. Нет, он сыт, что ли? Блядь. Нет. Да почему? Лучше. Нет. Ловите ее! Приветствуйте, Бахтарея! Нет! Не обещай, Женя. Женя. Название, вот что это за фигня, Женя? Мне не нравится это. Так, стой. Все, она угнала. Нормально, она не хочет прикрашиваться. Я очень не хочу прикрашиваться, а потом пригонуешь. Ну все, погнал, короче, да? Погнал. Ты почему когда будешь в Самаре? Погнал, покажи фотки свою красотку. О, какая красотка. Не взяла себе. Сидит такой. Ну, короче, под лестницей. Чай! Ай, бля. У меня слезы, ты куда? Да какие слезы, бля? Как там? Аттракционный драгон к астероидам. Что это? У меня губы говне. Ааа! Их волосы выпрыгнули, блядь! Такой сисный. Yeah. Кайфуешь? Кайфуешь? Блядь, это стыд какой-то, ебать! Мое лицо, блядь, я его красила. Моей рубашкой. Честно, я не знаю, кто это. Ну как так-то? А? А все, пришли. Сука, тяжело. Все такие спортсмены, смотрю, по лесу, мастера просто бегают. Че делать-то? Страшно? Нет. После человека участвуют в игре, остальные дружки, другие вас по лесу скачут. Ну че, в коне? Сейчас весь отряд встает, помогает дежурным, убирает столов. Пока мы все не берем, никто отсюда не выйдет. Ни изолятор, никто. Потом все строим опять же, все вместе, идем в корпус. Дай бог, это был ровный, нормальный строй. Достали, серьезно. Ух, и убрала два стакана, я пошла в буфет, блядь. Мы стояли нахуй в буфете, мы реально все убирались, блядь, весь отряд нахуй убирался, всех наказали. А мы стояли в буфете, блядь, мороженое покупали. В итоге мы такие, ладно, они уже, наверное, ушли, блядь, в корпус.
выходим, блядь, а они стоят, блядь. А мы еще до этого зашли, блядь, пописить там, покакать. Интересный факт. Нас наказали. Мы убираемся. Ставь лайк, если тоже любишь убираться. Короче, мы на этом уже не уезжаем. Да, мы, я сейчас выбежу. Уезжаю. Ребят, блядь, третья комната. Остатки в третьей комнате. Схуя. Мы не должны... Почему, блядь? Все бегали по лесу, все здесь бегали по лесу. Никто не ходил на эти 20 заданий. Только нашу комнату наказали. Мне так это ЦБ. И ЦБ. Ну ЦБ, ладно. Их надо. Иди в комнату. Да, блядь, мне не в стену. Охуеть. Ты в шоке, Сев? Я в ахуе. Давай, вставай, идем. Только сначала надо постучаться. Они в этой комнате, да? Ой, блядь, там как-то страшно. Сука. Снимайте тьму. Что у мальчика? А можно как-то это назад сделать? Нет, он будет так всю жизнь. Это короче, да. Данил, тебе нормально? Знал, что ты навсегда? Да. Да похуй. Да нет, ну это как-то прикольно, но просто себе... Поворачиваюсь, смотрю, у меня на ноге метеорит лежит. Я испугался и отрубился, короче. Прозрел. Давай, выйдем. Я сильно кишу, сука. Нет. Сколько? Сколько будет тебе больше, коли растет? Лир. Лир. Я уезжаю. Ваша реакция на то, что я уезжаю. Чего, ты уезжаешь? Да. Ты уезжаешь? Что? Ты же только приехала. Не за Симашка. Нам будет очень грустно без тебя. Лиза. 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 Вообще, я не знаю, почему у тебя работает так. Всем пока. Вот закончилась моя смена. Больше никогда в своей жизни не пойду в лагерь. Интересный факт. Почему, кстати, написано 9.08.09.08? Типа, я что, на день приехала в лагерь? Это легенда. Прощай, моя родная третья комната. Моя самая убогая кровать. Интересный факт. У меня там 53 трусов. Интересный факт. У меня ничего не сохнет. На то и бешенство. Но это факт. Окей. Смотрим последний раз подоконник, обзор подоконник с ними на кровать. Даша на кровать. Вики на кровать. Это Люба, что с тобой случилось? Люба! Люба! Ну все, ладно, ребят, не грустите по мне. Люба, кстати, я пишу твой билет. Интересный факт. Я его специально не буду брать, потому что нет места, да. Все, пока. Запрягла их, чтобы несли мои чемоданы. Выгнали из третьей комнаты. Фу. Фоткай. И не будем просыпаться никогда. Никогда, никогда, никогда. Никогда, 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 никогда. Мой последний год, когда я тусуюсь в лагере. Мой последний год у костра в кругу с гитарами. Завтра поезда забудят и мы расстанемся. Ты вчера был друг, завтра ты воспоминание. Сука, тоска душит меня. Короче, пока песня поется, гляньте, еще, блядь, не писал, что Данил. Это 21-й, вот я писала. Интересный факт.
Кстати, если найдете экстра Данила, верните, пожалуйста. О боже, это что? Вадим и Данил. Привет. А мы не виделись. Да. Ай. Какие вот они, молодцы, прибежали. Данил, ты обои убрал? Шум, блядь. Не, я жду танец. Че ты руками машешь? Бля, Вика! Давай. Алла, теперь же будешь. Давай. Ну так. Вот, вот. Погнали. Я думаю, достаточно. Исполним. Здесь мои поклонники. Включила футболку с динамайфом. Давайте подойдем к этому опять и скажем, что мы передали Фину, то, что он конченый. Отлично. Короче. Лиза, сколько меня провожают? Все мои фанаты, ребята. Лиза, харкнешь Фину в ебалу. Да. Это потом. Вот так вот. Иду грузная с чемоданом. Делаю вид, что это не мои еще две сумки огромные. Опять мы идем на КПП. Да, уже провожать меня. Вот так вот. Кого мы купили? Березки, мои родные. А где они, кстати? Я их потеряла. Вот они. Я люблю березки. Больше никогда сюда не приеду. Все показываем дизлайки быстро. Дизы все. Все дизы. Ким хотел сказать. Let's go. Я еду домой. Да, папа? Домой? Да. Буду пить сачок. Тебе нравится? Да. Нагадала, блядь. Лиза, мы кайфуем! Мы кайфуем! Мы кайфуем! Нахуй уехала, Лиза! Нахуй уехала! Лиза! Ну, короче! Кайф ты поймала, тебе всегда мало. Ты не представляешь, как мне тебя не хватало. Сильно бьется сердце, сама не ожидала.